Всем привет на канале Олдачман, с вами Владимир, и мы сегодня с вами вновь продолжаем наш разговор на тему ответов Израиля на жестокие атаки Хамас и Хизбаллы со стороны Ливана, сектора Газа, ну и также реакцию Израиля на провокации, вооруженные провокации со стороны Ирана. Я решил продолжать эту тему, потому что у нас очень много появилось людей на канале под видеовыпусками об Израиле, которые утверждают и требуют, чтобы помимо Израиля мы затрагивали еще тематику геноцида России по отношению к Украине, почему мы ничего не говорим об этом, почему мы касаемся именно темы Израиля и так далее. Поэтому я сейчас заранее сразу говорю всем тем, кто попытается вновь перетянуть, как говорят, одеяло на себя. Тему войны между Россией и Украиной, если мы рассматриваем, то рассматриваем в отдельных видеовыпусках. Когда касается тема совершенно другого, поэтому тогда не надо пытаться даже в комментариях привлечь внимание к себе. Это называется отвратительным отношением к той жестокой трагедии, которая произошла на территории Израиля. Поэтому я надеюсь, что те люди, которые пытаются, скажем так, мягко троллить и возмущаться по поводу того, что вот мы не освещаем там или там, а почему-то мы придерживаемся именно стороны Израиля, хотя якобы Израиль, по их мнению, это государство-террорист, эти люди будут сразу мне отправляться в бан, без всякого. Я в последнее время очень много людей отправил в бан, и на последних видео, посвященных именно тематике Израиля, от меня отписалось примерно человек 25. Потому что им не понравилось, что как это так, если ты не еврей, то с какого рожна ты, допустим, придерживаешься тематики Израиля и почему ты стоишь на их стороне. Вот они не могут этого понять, что человек просто придерживается здравого смысла. Ну да ладно, вернемся обратно к нашей теме именно об Израиле. Когда, во-первых, у меня были маленькие перетирки, скажем так, с администраторами YouTube по теме видеовыпуска, который вышел 7 октября. Они не хотели его пропускать в эфир, но все-таки выпустили с огромнейшими ограничениями. Потом, через несколько дней после выхода этого выпуска в эфир, они ограничения сняли. Но, к сожалению, этот видеовыпуск посмотрели не все люди, которые, по моему мнению, должны были это увидеть. И сегодня я хотел бы затронуть эту тему снова с некоторыми, скажем так, пояснениями, с высказываниями не только моими, но и других людей, которые не потеряли еще голову, у которых еще есть разум, и они относятся к тем происшествиям, к тем ситуациям, которые происходят в мире, именно так, как это и должно происходить. Сейчас давайте я вам для начала просто прочитаю публикацию одного человека. Я его не знаю, но публикацию этого человека разместил на своей странице мой знакомый. Он радиоведущий на одной из радиостанций в Москве. Я сейчас вам прочитаю вот этот вот текст, а потом мы вернемся и будем дальше уже разговаривать по той теме, которую я хотел затронуть. По вот этим пропалестинским демонстрациям, о том, что думает правительство о них, что думает мировое сообщество, откуда вся эта дрянь берется и так далее. Так вот, я вам буду читать, а вы просто внимательно слушайте. Год назад мы пережили два шока. Первый был связан не с тем, что против Израиля был совершен чудовищный теракт, равный войне, увы, не первый и не последний, а тем, что религиозно-террористическая секта, контролирующая территорию Газы, при осуществлении теракта сделала ставку на немыслимое сексуализированное насилие и извращенный животный садизм, несовместимый ни с какими известными нам представлениями о цивилизации, возвращающий нас прямо в неолит, к временам, когда трупы врагов разрывали руками, чтобы съесть их сердце, и насиловали трупы жен врагов, чтобы унизить после смерти.
Это был политический террор, целью которого было не убийство, к чему уже привыкли на Ближнем Востоке, а унижение и сладострастное проявление самых низменных инстинктов. Второй шок был связан с тем, что в цивилизованном мире, кичащимся своим гуманизмом, нашлись десятки миллионов людей, особенно в той молодежной среде, где так гордятся новой этикой и где нет места мясоедству, а также уважаются самые разные идентичности, готовых оправдать по поводу и без повода этот чудовищный террор нового типа. Они апеллируют к восстановлению исторической справедливости, аргументируя свою симпатию к насильникам ситуации крайней необходимости и черт знает еще чем. В течение года после теракта симпатии западного культурного класса в значительной его части, если не в большинстве, оказались на стороне террористов, а не на стороне их жертв. Просвещенная общественность не требует освобождения заложников, но громко клеймит Израиль за превышение пределов необходимой обороны. Откровенно говоря, я затрудняюсь сказать, что шокировало меня больше. Я чувствую себя зрителем в гигантском театре абсурда, где Путин, расположившись в мягких креслах партера, радостно внимает происходящему, а на галерке делегации Украины выходит из зала заседаний ООН во время выступления Нетаньяху. Есть ощущение, что скоро над всеми нами закроют занавес. Значит, эту публикацию написал человек по фамилии Пастухов, Владимир, у него такое же имя, как у меня. И вы знаете, я с ним полностью согласен, с этим человеком, потому что иначе об этом и не скажешь. Мне под некоторыми видео, в которых я рассказываю про палестинские демонстрации в Германии, появляются люди и утверждают, что, мол, люди выходят на демонстрации за Палестину, потому что у их детей украдено детство, а у них у самих украдена родина. Поэтому они требуют, чтобы вы все остановили Израиль и остановили геноцид палестинского народа. Сразу говорю этим людям, которые вот так вот высказываются. Нет никакого палестинского народа. Есть территория Палестина, которую обозначали еще в средние века. На этой территории жили как арабы, так и евреи, как мусульмане, так и христиане. На этих территориях жили галы, на этих территориях жили римляне, на этих территориях жили бедуины. Далее, то, что говорят, что у этих людей украли государство Палестина, все это вранье, все это глупости. Ведь те, кто следят за политическими событиями в мире, прекрасно понимают и знают то, что Организация Объединенных Наций в конце мая этого года приняла резолюцию, а единогласно, за исключением некоторых государств, приняла резолюцию о создании государства Палестина. Я скажу вам больше. В зале заседаний Организации Объединенных Наций есть даже специальный стол, на котором стоит табличка «Государство Палестина». И там, конечно, сидят какие-то функционеры, то ли хамасовцы, то ли кто, я не знаю, но они там сидят, заседают. Вот, заседают они. Так что государство у них есть. И для того, чтобы его восстановить, пожалуйста, все пути, все дороги открыты. Но, если бы люди, которые хотят восстановить свое государство, якобы государство Палестина, которое новоиспеченное, они бы не создавали, не бегали на демонстрации, не создавали хаос, беспредел в другой стране, в которой они живут десятилетиями, поколениями, выращивая детей и внуков на социальной помощи, с кровью, вернее, с молоком матери, всасывающих в свой мозг единственную истину их жизни, что Израиль – это государство-террорист, и оно должно исчезнуть с территории земли. Если бы эти люди думали о своем государстве, если бы они хотели восстановить эту Палестину, то они бы уехали уже со всех стран и восстанавливали эту Палестину. Давайте вернемся лет так на 45-50 назад, ну, скажем, на 40, да? Когда в Советском Союзе по программе «Время» иногда, изредка показывали, во время деловых визитов Ясера Арафата, как многие женщины потом говорили, какой волевой мужчина, ой, какой волевой мужчина, я не понимаю, что они нашли вот в этом вот гуминиде, скажем так, я не знаю. Но когда он приезжал в Советский Союз с официальными визитами,
перетирал там какие-то свои вопросы политические, он уезжал и следом обратно к себе в сектор Газа, и следом за ним шли эшелоны гуманитарной помощи под цветом хаки, ну и, конечно, финансовая поддержка. Если бы он тогда со своей кликой и после него, кто пришел, всю эту финансовую помощь направляли действительно на развитие инфраструктуры, строительство детских садов, школ, больниц, я не знаю, институтов, жилого фонда, на развитие экономики этого сектора Газа, то сегодня сектор Газа выглядел бы примерно так, как, допустим, Абу-Даби. Примерно. Или как Дубай. Очень современный город, кстати. Выглядел бы действительно так, как должен выглядеть современный город или современная страна. Но нет. Все эти деньги, которые они получали, они тратили на закупку вооружения и рытье туннелей под теми школами, детскими садами и больницами, которые сегодня бомбит Израиль. Вам, ваши средства массовой информации никогда не расскажут о том, что на самом деле находится под этими школами, детскими садами или больницами. Они скрывают от вас эту действительность, выдавая вам те факты, которые вашему уму будут более удобоваримыми, скажем так. Буквально пару недель назад у нас показывали по телевизору в новостях, как Цахал разбомбил одну школу. Под этой школой в подвалах они показывали свои видео, когда они заходили в подвалы. Они сразу снимали на видео, чтобы было доказательство того, что они не террористы. Они показывали в этих подвалах склады вооружения, они показывали помещение командного пункта Хамас. Но средства массовой информации, которые находятся в Европе, преподнесли это в новостях несколько иначе. Они показали в течение 10 минут разрушенную школу, плачущих мужчин, женщин, и говорили, вот, был убит один мальчик, то ли, по-моему, Хасан, то ли как, не помню, как его звали точно, и показывают одного молодого человека, который несет мертвого ребенка, завернутого в одеяло, и кричат, что Аллах всех покарает. Это рассчитывается на сердобольность и чувство жалости к ближнему. Именно так. По-другому это никак не назовешь. Потому что если бы они показали те кадры, которые хамасовские боевики в прошлом году 7 и 8 и 9 октября снимали на видео своих телефонов или камер и выкладывали в социальные сети, когда весь интернет в течение 2 недель просто бурлил, кишил этой дрянью, этими зверствами. Потом, наконец, администраторы этих соцсетей поняли, что такое показывать людям нельзя. Это нарушает психику любого, даже здорового человека. Они поуничтожали абсолютно все, что было выложено в сеть этими хамасовцами. Если бы эти средства массовой информации вам показали эти кадры опять, я не знаю, как бы вы смотрели в сторону Хамаса или в сторону Хизбаллы. Но средства массовой информации почему-то щадят ваши нервы. Мой знакомый, врач-реаниматолог, когда в прошлом году он увидел эти кадры, когда боевики Хамас поджигают живых своих жертв, женщин, девушек, поджигают и снимают это на видео, как они мучаются, корчатся в этих болях диких, адских. Он сказал, ты знаешь, я очень много видел, и мы выезжали командой на разные аварии, когда на автобанах врезаются машины, и люди превращаются в кашу. Я, говорит, многое видел, но это зверство превосходит абсолютно все в десятки раз. Почему вы, граждане, сердобольные, скажем так, европейцы или не расисты, почему вы не хотите смотреть вот именно эти кадры? Почему вам приятнее оскорблять и унижать тех, на чей дом напали? Ведь вам, наверное, неизвестно, хорошо, я вам скажу, как после 7 октября прошлого года Хамас напал на Израиль,
8 числа того же месяца на севере Израиля Хизбалла начала наносить ракетные удары по северным территориям Израиля. Когда они надеялись на то, что Израиль падет под натиском двухстороннего наступления, оказалось наоборот. И когда Израиль начал бомбить в первую очередь террористическую группировку Хамас, многие эти боевики с оружием в руках поняли, елки-палки, мы не туда залезли. И они побежали куда? Они побежали спасаться в сторону Египта. А египтяне, кричащие до того, что арабы в Палестине это наши братья, это наши родственные души, когда увидели, что боевики Хамас пытаются пересечь территорию Египта, проходя границу, почему-то открыли огонь на поражение. Ваши средства массовой информации вам этого не рассказывали. Ни русские, ни украинские, тем более белорусские или молдавские. Нет, вы что? Нет. Зато это показывал Аль-Джазира на английском языке. Показывал. Не знаю, есть ли у них это в архивах или нет. Сохранилось без понятия. Но они показывали, как пограничная полиция Египта открывала огонь на поражение. По братьям! По своим братьям. Ну как же так, а? Это ведь братья, блин, не только по разуму, блин, но и по вере. А сегодня что у нас получается? Сегодня, оказывается, вот эта вот группировка Хамас террористическая и организация Хизбалла, которая тоже, как и Хамас, признана по всему миру, мировым сообществом, террористической организацией, заслуживают почему-то вашего уважения, вашего сострадания, и вы все требуете, чтобы их оставили в покое. Где логика? Сегодня в Европе, да и не только в Европе, вот еще есть один человечек, назовем их так, голубыми гномиками, по-немецки шлюмфы. Есть три гномика на планете, которые открыто, они потеряли всякий рассудок, у них голова полностью уже забита, я не знаю чем, не то, что как у Винни-Пуха соломой, нет, у них голова забита грязью и мыслями о финансовой наживе, в первую очередь, своих собственных кошельков. Три человека по всему миру утверждают, что Хамас и Хизбалла заслуживают доверия, заслуживают уважения, и нужно остановить Израиль с его, скажем так, оккупационным наступлением на Ливан и на сектор Газа. Эти три человека, генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш, министр иностранных дел Франции Жан-Нуэль Барро, ну и, конечно, немецкий министр иностранных дел, о котором я уже неоднократно вам говорил, наша Аннелена Бербок. Аннелена дошла в своих рвениях прекратить бойню и наступление Израиля на Ближнем Востоке до того, что стала приглашать на званый ужин в Министерство иностранных дел антисемитов, ярых противников государства Израиль, которые тоже готовы уничтожить и не только государство, но и всех евреев. Я вам рассказывал в одном из предыдущих видеовыпусков о том, как Аннелена откушала с двумя антисемитками. Конечно, это стало потом достоянием общественности, ее вызвали на ковер, с ней разговаривали, она пыталась отбрыкиваться, но отбрыкнулась она или нет, это уже другой вопрос. Но это политик, который говорит, что с террористами разговаривать нельзя. В начале 2000-х годов, по-моему, где-то в Малайзии, была взята в заложники целая группа немецких туристов. Полгода они находились в заложниках. Террористы требовали выкуп в сколько-то там миллионов долларов. Немецкие власти еще тогда сказали, мы с террористами не договариваемся. Была организована спецгруппа, и эта спецгруппа освободила всех заложников. Что стало с теми террористами, вы можете себе сами представить, что с ними стало. Когда сомалийские пираты начали опять нападать на корабли,
Один из немецких эсминцев, показывали по телевизору, это было в 2000, по-моему, 14 или 15 году, показывали в новостях, как немецкий эсминец в щепки разнес катер с сомалийскими пиратами. Это показали вживую. И опять нашлись, особенно среди русскоязычных, люди, которые сказали: «Какая жестокость! Вот он фашизм, который возродился в современной Германии. Как можно поступать так с людьми? Какие нахрен, извините за выражение, люди, если они на своем катере с гранатометами и пулеметами ехали убивать людей и грабить их? Какие же это люди?» То же самое можно сказать о тех, которые выходят на демонстрации за Палестину, особенно здесь, в Германии. Мне кто-то написал в одном из комментариев, таких комментариев полно у меня на канале, я некоторые пропускаю, некоторые просто-напросто удаляю, потому что весь абсурд и идиотизм этих комментариев зашкаливает, просто зашкаливает. Кто-то мне написал: у этих детей палестинских отобрали детство, а у их родителей отобрали государство, а вы живете от пуза и не хотите понять, что у них нет своей страны. Вместо того, чтобы помочь им защитить свою страну, вы сидите и требуете, чтобы они закрыли свои демонстрации. Ну, во-первых, те люди, которые живут здесь по 30, 40 и то и 50 лет, уже вырастили не одно поколение детей без детства, свободно разговаривающих на немецком языке, посещающих школы, институты, колледжи. Но почему-то многие из них до сих пор не работают. А те, кто работают, стараются сторониться таких организаций и таких объединений, как «Дема за Палестину», «За освобождение Палестины» и так далее и тому подобное. Такие есть люди. Но в основной своей массе те, которые выходят на демонстрации, вы что ж думаете, что они патриоты? А черта лысого они патриоты. Им платят деньги за каждый выход на демонстрацию. Вы что ж думаете, что они выйдут бесплатно? Нет. Когда организуется такая демонстрация, они подписывают, организаторы, бумагу в полиции, что они обязуются на этой демонстрации не выкрикивать расистских и антисемитских лозунгов. Перед началом демонстрации полиция предупреждает, что если будут антисемитские или российские лозунги выкрикиваться со стороны демонстрантов, полиция примет все меры для устранения этой демонстрации, а зачинщиков просто-напросто арестуют. Проходит максимум полчаса, час после начала демонстрации, начинают выкрикиваться, бараны что ли, начинают кричать лозунги: «Освободить Палестину от Красного моря до Иордана», «Уничтожить государство-террорист», «Избавиться от неверных». Это те люди, которые, вы считаете, выходят просто так? Нет, им платят деньги. Им за это платят деньги. Так же, как ваши средства массовой информации, да и наши тоже. Они, в принципе, сейчас ничем друг от друга не отличаются. Показывают вот эти вот разбитые больницы в секторе Газа или, допустим, в Ливане, детские сады, школы. Вот и говорят таким траурным, жестким, грубым голосом, суровым, чтобы достучаться до остатков, не зачатков, а остатков разума в ваших головах. Говорят: вот, армия Израиля нанесла массированный ракетный удар якобы по боевикам, а на самом деле они разрушили детский сад, пострадало столько-то людей, столько-то детей. Я не спорю, да, когда дети умирают, это особенно тяжело, это действительно очень тяжело. Но почему-то эти средства массовой информации забывают упомянуть одну маленькую, незначительную деталь. В подвалах этого детского сада, или этой школы, или этой больницы находился командный пункт боевиков Хамас или Хизбаллы. Находились склады вооружений, которые они там собирали, прятали на ту гуманитарную и финансовую помощь от мирового сообщества, которое, как тупое, дает им деньги на восстановление разрушенных зданий, на восстановление больниц, на восстановление инфраструктуры.
А они все эти деньги тратят на вооружение и на новые туннели под землей, чтобы поймать израильтян и всех их уничтожить. От Хамаса сейчас остались крошки. И вот эти вот крошки, сказал бы Вошки, ну ладно, вы поняли, что я хотел сказать. И вот эти вот крошки сейчас бегают по израильским городам, рассеиваются как блохи и расстреливают людей в густонаселенных районах городов. Пытаются или зарезать, или расстрелять людей. С ними полиция и армия Израиля разбирается тут же на месте. Они их уничтожают. Потому что с террористами, как я уже говорил, да и политики раньше это говорили, но они забыли, у них же память короткая, с террористами не разговаривают. Вы понимаете, о чем я говорю вообще? Многие мне сказали, что как это так? Мы не можем понять. Если ты не еврей, то почему ты стоишь за Израиль? Да потому что я человек, который привык думать головой, прежде чем глотать эту сумасшедшую информацию, которая изливается с телевизора, из компьютера, из радио, откуда угодно, из газет, нам на голову. Нам все это преподносится как чистая монета. Люди разучились просто-напросто анализировать ту информацию, которую они получают. В конечном итоге мы видим то, что сегодня происходит по всему миру. А по всему миру происходит бардак. Нет, это не передел экономики или не передел территории, или, как говорили, теперь новый миропорядок. Типа вот Путин будет делать новый миропорядок. Вы знаете, что случится на Ближнем Востоке, если действительно падет Израиль? Это будет Ближний Восток средних веков. Ну, во главе с Ираном. Аятолла Хомейни спит и видит, как Израиль исчез с карты земли. Сколько тому аятолле осталось? Кстати, после того, когда шейха Насраллу уничтожили, а потом уничтожили его шефа безопасности и многих хамасовцев просто-напросто убрали, отправили к тем гуриям, он стал бояться выходить в общественность. Он действительно стал бояться, потому что чует собака, чье сало поела. По-другому это не скажешь. Кто-то возмущается. Вот вы знаете, да, я вам сказал вначале, что от меня где-то уже человек 25 отписалось, потому что они не могут перенести того, что кто-то, допустим, поддерживает Израиль, да? А я вам скажу сейчас маленький секрет. В начало 90-х годов, когда Советский Союз рассыпался, и люди в этой мутной среде, в этой мутной воде, кто свои дела мутил, кто крутил какие-то фирмы, кто куда пытался уехать, уезжали все, кто мог, кто хоть как-то догадывался. В Израиле, между прочим, очень много людей, так называемых репатриантов, которые на самом деле вообще не евреи и к этой нации не имеют никакого отношения, но у них документы еврейские. Я не знаю, сколько стоило это в России, там в Белоруссии или на Украине или еще где, но в Молдавии в начале 90-х годов свидетельство о рождении, переделанное на то, что якобы, допустим, ваша мама не Иванова Мария Петровна, а ваша мама была Кроицберг Софья Гершлевна или как-то еще. Такое свидетельство о рождении стоило $400. И были люди, которые покупали такие свидетельства о рождении, потом годами стояли у израильского посольства в очереди, чтобы получить разрешение на выезд. И они получали это разрешение. Я знаю, что многие из этих людей сейчас смотрят это видео, и они знают, что это правда. Но они вам, тем, кто впервые это слышит, никогда эту правду не раскроют, потому что они прекрасно понимают, что если в Израиле узнают, что они обманули государство, их могут лишить гражданства. Это в лучшем случае. Вы этого не знали? Так вот я вам сказал этот маленький секрет. Много всяких секретов есть. Мне многие люди даже пишут, что вот, мол, типа, ты так вот высказываешься, ты потому что ты, мол, типа,
ты вообще не понимаешь ни истории, ничего, потому что Палестина это древнее государство. Да не было никакого государства, я ему уже говорил. Палестина это была земля. Земля, территория, так называлась, Палестина, на которой жили многие народности и национальности, а также народные культуры. Не было такого государства, это была территория, и все, на территории государства Израиль. Что было раньше, государство Израиль или Палестина? Вы знаете, у меня вот именно вот сейчас вспомнил один анекдот на эту тему. Вернемся к тому моменту, когда Ясир Арафат был еще жив. В Организации Объединенных Наций обсуждается тема, что было раньше, Палестина или Израиль. Мол, Израиль утверждает, что это их земля, а Ясир Арафат, выступая, кричит, что нет, это наша земля, мы там всегда жили и так далее. Тогда Нетаньяху вызвался опять к микрофону и говорит, я вам сейчас расскажу одну маленькую историю. Ну, начинается с этих историй, знаем мы ваши истории. Нет, говорит, я как раз сейчас как именно к этому вопросу по спорному, что было раньше, Палестина или Израиль, я сейчас вам расскажу одну историю. Ну, ладно, если она не длинная, давай рассказывай. И вот он рассказывает. Когда Моисей водил евреев по пустыне, искал землю обетованную, они так устали за эти 40 лет скитаний, что вдруг они увидели озеро. На берегу этого озера росли несколько пальм, и Моисей решил искупаться в этом озере, потому что они очень сильно все устали. И он, как отец, решил первый испытать воду этого озера на себе, а потом уже, чтобы все остальные искупались тоже в этом озере. Так вот, он снял с себя одежды, положил на камень на берегу и пошел искупаться в этом озере. А когда он вышел из этого озера, одежды на камне не оказалось. И Моисей подумал, странно, одежды нет, может быть, это палестинцы украли. И тут Ясир Арафат вскакивает и кричит, все это вранье, 5000 лет назад не было на той земле никаких палестинцев. Ну и Нетаньяху говорит, вот-вот-вот с этого я как раз и хотел начать свою речь. Это я как раз к тому, что он просто вспомнил этот анекдот, это я как раз к тому, что Израиль тогда был в то время еще, а Палестина появилась уже после, скажем так, в ранние средние века, когда уже господствовало христианство по Европе, когда уже был ислам, потом появилась территория Палестина, но не государство. И палестинцы это не арабы, это многие народы, населяющие эту территорию. А те функционеры, которые воруют деньги, финансовую помощь, гуманитарную помощь, разделяют все это между собой, это просто изгои на теле этой Палестины или Палестины. От них надо избавляться. И если сами палестинцы, арабы, которые живут там, не могут этого сделать, то за них это делает Сахал. Вот и все, что я сегодня хотел вам сказать. Прежде чем опять начать кричать, кидаться в полемику или кидаться грязью, хватать гуану, швырять на вентилятор, помните, прежде чем кинуть грязь в кого-то, вы, поднимая эту грязь, в первую очередь уже пачкаете свои руки. Поэтому долетит ли эта грязь до того, в кого вы хотите ее кинуть или не долетит, это уже второй вопрос. Все люди, которые считают, что я не прав, будут высказываться как-то грубо, нецензурной бранью и так далее, они просто-напросто будут отправляться в бан. Все остальные, конечно, добро пожаловать. Адекватные люди у нас на канале только приветствуются. И в самом конце я хотел выразить слова благодарности абсолютно всем тем, кто поддерживает наш канал финансово. Вы заметили, что у меня уже несколько выпусков подряд. Вот, пожалуйста, новый микрофон и намного лучше качество звука. И камера действительно тоже намного лучше, чем та, по сравнению с которой я раньше снимал видео. Сейчас я вам покажу свою старую камеру, при помощи которой я снимал свои видео. Эту камеру я вам сейчас показать не могу, потому что я записываю на нее видео. Вот у меня вот такая вот Сонька. Вот такая вот.
была. Я на ней, верь, как была, она и осталась. Но просто теперь у меня камера намного лучше. И микрофон, естественно, тоже лучше. Поэтому я еще раз хотел поблагодарить абсолютно всех, кто поддерживает наш канал финансово. Я вам безмерно благодарен, потому что приятно, когда у тебя есть единомышленники, и им не безразлично, что ты говоришь на канале и распространяешь действительно правду, даже вот таким вот способом, не через телевидение, так хоть так. Делитесь, поэтому я прошу, каждый раз прошу, делитесь этими видео со своими знакомыми, друзьями, чтобы они знали больше правды и учились фильтровать, как говорится в Библии, отделять зерна от плевел, чтобы знать, где истина, а где вранье. Не забудьте также подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой комментарий, поставить лайк. Ну и, конечно же, по традиции, как всегда, не болейте, будьте нам здоровы и заходите почаще к нам на канал. Всем удачи, пока!